22 июня, 77 лет назад, вся территория Украины стала ареной боевых действий во время Второй мировой войны. В первый же день начались бомбардировки городов. Это была самая разрушительная война в истории нашего народа. Миллионы украинцев погибли. Боевые действия волнами прошли по территории нашей страны. Сначала с запада на восток, потом снова на запад, возвращая войну обратно в гитлеровскую Германию. Сегодня киевляне, ветераны и политики возложили цветы к памятнику вечной славы на могиле неизвестного солдата в столице. Лидер оппозиционного блока Юрий Бойко призвал сохранить память об участниках войны.